Итак, 26 августа, новости озера, раннее утро. Идет укладка плитки. Ну вот видим, как они плитку кладут, ходят со стороны плитки. Выкладывают, трамбуют ее и пошли дальше сюда вот. Там будут выравнивать, как говорится, по зеркалу озера. Видите, опалубку делают. Ну, здесь уже подготовлено, забетонировано. Сейчас готовят линию по бетонированию вот этого вот периметра. Пройдемся по нему немножко. Ну вот весь периметр будут делать. И туда. Ну вот видите, как оно выкладывается все, да? Это именно не 120, это скорее всего 80-ка. Отработанная, но опасно все равно, надо убрать. Трамбуют.